Такс. Checking. Sound, please. Здорово, Алекс. Здорово, здорово. Как делища? Норм. А, ну и супер. Стабильность – залог успеха. Наверное. Если только нестабильно плохо. Хотя стабильно плохо не бывает. Всегда есть белые полосы и черные. Текс. А у нас тут? А у нас. Блин, улетело. Надо меч в рюкзак закинуть. Текс. Сюда. Сюда. И это вообще нам не надо. Зачем оно тут? Это тоже можно закинуть. Это какая-то ерунда. Ну, это тоже убрать. И... с рейнджфайндером попизже все-таки. Так, ладно. Тиц. Тикс. Always good to see another hero of the tower. Блин, у меня, оказывается, драйвера на карте захвата были не обновлены, бля, с 2018 года. Типа я ни разу не перепрошивал. У меня поэтому и глюки всякие были. С картой. Всякая лабуда. Чё балдеть, в смысле? У меня такое ощущение, как у меня FPS даже лучше стал, блять, в игре. Кстати, в принципе, не исключено, что это тоже как-то влияло на это. You don't look too banged up. Yep. Как-то вот так вот. Блин, надо будет этот сделать, оповещалку о наборе в клан. Какую-нибудь. Потому что, ну, хотя я в основном бустеров в клан беру, потому что... что всегда бустеры, они сидят, работают, как бы постоянно пачка нужна. В разные места. А так удобно, когда много бустеров, типа, ну...
Очень удобно находить друг друга пачки. Вот это вот все. Так. Что мне к этому надо подойти? Да, надо. Вот так вот. А то так, блин, заходишь с утра, никого нет, и типа пачки нет. А когда много бустеров, заходишь и бустят. Кто-то не спал еще, блядь, сутками хуярит, блядь, те заказы. Кто-то просто встал пораньше. Надо народ набирать в клан. Вместе веселее. Тоже надо покупать, наверное. 237. Так, ну а чё, ну что мне делать-то? Просто хитрить. Это маленький, ну прямо. Маленького уровня. Gambit's always looking for guardians. Тоже нету. Айдидик, иди здорово. Как делище, дружище? Как ваши дела? Так, чё, всё? Мне там лайтом выше шматка, по-моему, должно было прилететь. Почему я свечи сбиваю? Я же не без... я же пришёл до чарджа. Вау. А я чё тапнул в этом сильно, пиздец, стало лень даже заходить в игру. Ну, если была цель апнуть 5500, тогда да. Получается, тебе делать тут уже особо нечего. В игре, да. Я не знаю, мне... Я так с ребятами только хожу, кому нужно помочь. В компете и всё. А так я... Чё-то ну такое... Ну такое... Вау, эта маска выпала. Ля, хорош. Мне вот эта маска нравится, она как выглядит. Она выглядит пиздато. Я просто хотел ее с хорошим лайтом, эту маску. Или не с хорошим. Я что-то не помню, там моды с нее падают. Ой, не моды, а... Вот не помню, почему я вот эту вот не оставил. Тоже фиолетово. А, это по статам. По статам было говно. Тут по статам заебись. 10-27. Ну-ка. Ну-ка. Покрасить в белое еще нужно. Ва! Хе. Какая яркая. Кабал. Прикольно. Сейчас апну еще. Но я играю, грубо говоря, в игру третий сезон, апнул себе Unbroken, цели пока больше нет, жду сентябрь. Unbroken. Unbroken, да, это такое. О, ой, как, смотрите, какая красота. У меня тупо ровно сотка. Вообще, отлично. Бля. Маска моей мечты, блядь. Ну и чё? Надо это, рисалы апнуть, да? А то у меня маловато. Хоба. Рисала плюсом. 47. Вообще. Вашпей. 6. Бля, ну что тут дофига, дядь. 6. Ладно, апну. Маска хорошая. По статкам. По статкам прям то, что нужно. Так, что мне вот эту вот хрень надо? 2, 3, 4, по-моему, мне нужно будет, чтобы апнуть. No substitute for a full magazine. Нет. Ну ладно, вот так. Nothing. Пойдет. Хорош. Или на снайпу, может быть. Хотя, не, на ревик. На unflinching hand cannon.
Вот лучше снайпу, наверное, поставить. И сюда за 3. Блядь, ну так не получится. Так не получится, по-моему. Две снайпы. А, и должна же быть улучшена снайпа, по-моему, да, какая-то? Или нет улучшена снайпа? Ну, так не очень. Так вообще не очень получается. А, райфл. Райфл, йоу. Типа снайпер райфл, правильно, да? Это же оно? Бля, ну так вот вообще хорош тогда. Можно одну поставить. А чё лучше, пацаны, кто шарит? Вот это или вот это? Zinchi from incoming fire with aiming sniper rifle. А это greatly reduced Zinchi from incoming when any rifle class. Ну, получается, на снайпу уже тоже распространяется, да? Ну, хотя мы сейчас попробуем. А то можно будет вот так поставить. Хз. Тем не менее, заход должно тоже. Или поставить ревик. И не ревик. Это вообще по красоте тогда. Ля какая. Смотри. Лихо. И что еще? А, и Powerful Friends еще можно сюда въебать. Блин, ну у меня нету этих. Будет 3. А, ну я не смогу вставить, потому что тут... С плюс моды обычно лучше. С плюс моды обычно лучше. То есть она на снайпу будет распространяться, да, как я понял? Окей. Сколько мне не хватает? Ну, блин, дофига не хватает. Надо апать. Нужно апать. А как, чем апать? У меня нечем апать эту штуку. К сожалению. Капец, обидно. Там потом 3 призмы или 2 понадобится вот этих вот. У меня экзотическая хрень-то есть, а вот... Типа нельзя поменять. Ну, вот эти. Вот эти вот еще как-то купить можно. Или эти ядра, вот. Enhancement кожи, блять. Вот этих вот мне бы. Хотя ладно, пока. Пока так пойдет. Хер с ним. Го, попробуем поиграть. Блин, ну мне кажется, у меня лучше стала работать система. Стрим не фризит, ничего, все хорошо со стримом. Или нет, или да. Качество там вот это вот вся. Потому что сейчас у меня вроде как я обновил. Карту захвата перепрошил. И... Должно быть зашибись все. Типа лучше. Ну, звук точно вот этот вот пропал беспонтовый, который был электрический такой. Ой, а что-то расслабон такой. Ты и я пауки. О, какая карта сразу. Для снайпы прям. Ля какая для снайпы прям. Вот ты что делал 3 месяца? Control. Что-то контента прям с гульки на этот подвезли. Ты поставь 2 мода в плащик, пока пиздец как бустит ульту. Но у меня в плащик, по идее, на снайпу хорошо было бы. Понимаешь? Бля, мне кажется, кто-то у меня FPS лучше стал даже. Хотя, может быть, это кажется. Хотя, может быть, это кажется мне. Lost the lead.
Zone B captured. You have advantage. Так, 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 ой, ну бас. Даже знает бог я. Что-то как-то играю, я плохо не попадаю. Не попадаю. Zone B lost. Oh, I can't wait to see what you do with that. Томас, уйди оттуда, а? Кот, отвали. As one. I love it. Now you're fighting with heart, Guardian. Так, охренеть, вот это ранжа. Вы видели? Ёбнешься. Тут это ранжа, конечно. Очень большая что-то, которую он ваншотнул. Блять, по мне свой еще стреляет, дебил. Подъехал. Клипчик в здании. Спасибо за клип. Там голов 5 поставил, да? А, ну бывает что. Раз в год и палка стреляет. Ой, бежим, 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 бежим. Надо уходить с респы. Неудобно файтиться на респе.
Просто в эту игру приятно играть, когда она не лагает, понимаешь? Дело-то в этом всего лишь. Можно и больше голов поставить, если лагать не будет. Видишь, какой он классно ходит, этого чела. Просто нужно не спешить. Когда ты это делаешь, да? Now you're fighting with heart, Guardian. Their lead has diminished. Keep it up. Ну прыгни, дядь, еще раз. Ну тут зафлинчило. Надо бы посмотреть 5 голов, это интересно. А после этого посмотрю. После матча. Zone A captured. You have zone advantage. Хочу паёк. Ой, паёк. Даже премис хочу. Хороший какой-нибудь. Three minutes left. Ой, он меня убьет, флинчит сильно. Вот я мод убрал, типа, мод убрал и стало флинчить сильно, прям сильно-сильно. Но зато, хотя я бы не сказал, что сильно, что сильно снайпа, типа. Ой, Настя ультанул, братан. Зря ты ультанул, дядя. Ой, он как-то плавает в воздухе. А этот чел только меня ждет, походу. Или может вот так будет лучше, на самом деле. Вот так вот. Потому что, ну, чувствуется, что подклинчивает. Вот с автомата, когда тебя стреляют по голове, например. Бля, как реагирует пизда. Давай расскажи мне, где выбивать Dash Premise. А он падает с этих, чувак. С Энграм Криптарха. Короче, рандомно падает. Рандомно. Вот, но я на него, блин, мне так и не упал, хороший. Хороший так и не упал, к сожалению. Нужен с рейнджфайндером, по-любому. Без рейнджфайндера, бля, не то пальто. Я умер. То есть его вернули в Инграмму? Да, он... не, его добавили. Он был в Инграмме, да? И теперь можно его, кстати, у Шахса получить. У этого, не знаю. И у оружейника. Оружейника, хотя я не знаю. У Шахса точно можно за токены его получить. Он падает. Но, блядь, там очень редко он падает. Прям пиздец, как редко. Он же был раньше первого года. О, братан, так тебя, походу, давно в игре не было, да? Короче, он падает у Криптарха, у Шакса теперь падает. У Оружейника, я не знаю, падает он или нет. Прикольно, да, прикольно. Только, блин, я не знаю, мне не везет. Вот. Я хочу с этим, с рейнджфайндером. У меня вот такой вот есть, но тут рейнджи хуйня, да? Ну, блин, рейнджфайндер роляет вообще. Регает прям охуительно. С такого ревика. Вот. Как-то так. Да надо КДшечку поднять. Я шаг слил 10 капоинтов и выпало 2 всего ревика. Да-да-да-да-да. Вот у меня та же самая история, только у меня поменьше было. 6к или 7к. Мне тоже выпало, там ни о чем вообще что-то прям совсем грустно. Но все же она зато может выпасть. Там кому-нибудь, есть же везучие люди, да? Ты там прицел на ренджу не прокнул. Не, не прокнул, чувак. Ну-ка посмотрю, что там у меня.
as one. I love it. Now you're fighting with heart, Guardian. Топ. Да, норм клипчик. Норм клипчик. Нормальная, нахуя. У тебя там прицел. А так, роута неплохой. Некоторые по 15-20к кристаллов хуйня падает. Бля, у нас Игорю с Ханта, да. Игорю в первый день выпал с рейнджфайндером еще с чем-то, все рейнджа. На следующий день выпал с рейнджфайндером и даже все рейнджа и с другим перком вторым. Типа, бля, ну пиздец. Два года ролла подряд. Причем он там потратил, ну, ни о чем. Вообще ни о чем потратил. Заебись прям. Везет. Вот некоторым везет, кому-то нет. А кто-то я. Нет! Фиаско! Ладно, одного зато убил. Блин, прикиньте, я бы долетел бы сейчас, если их бы зачейнило жестко. Там бы один по-любому сразу сдох бы. Обидно, блин. Ой. Челик. Ой, я косой. Тише, что началось-то? Нормально же общались. Какие-то, блядь. Тише, тише. Ну, за стеной, дядя. А. Привет, собака Сталина. И у нас Игорь Ков сразу выбил паёк лучше на серии на то время. Везет Игорем. Вот-вот, походу реально. Что-то вот там есть. Да. Капец. Игорь такой, о! Выпал, говорит, мне паёк, как ты, говорит, себе хочешь. Я, ну да, говорю. Классика. Блин, ну брошу сейчас. А я не успел убрать. In the lead. Your enemy can't kill if they're dead. Ой-ой-ой, почти ушел. Zone A captured. You не люблю эту карту. Очень она такая неинтересная, как мне кажется. Пойти внутрь, внутри потусоваться. Перри за блятопус. Господи. Что это значит? Блятопус. Ну я бы не сказал, что сильно меньше флинч там или что-то такое. Ой, боже мой. Они на Б тут бегают. Вот тут их много. Надо подсъебаться, мне кажется. Тут что-то сильно наказывают они. Горная вершина, блять. Понимаю. Чел, помоги мне. Я ж тебе помог, блядь. Пиздец. Эх, не зарегал у него от бедра.
промазало. А, ну да. У меня шпинка просела там. На полосочке было видно. Скорее, блядь, не прошло. Zone B captured. You have zone advantage. Вау. Здорово, братан. Странно, что он меня не убил. Пока я это делал. Блин, господи. Only 5 minutes left. Нор. Это пингуй, да, маленькая? Или что это такое? Типа, эх, спашки даже не подбираются. Ой, почти. Почти попал. Рафу. И в этом ничего сомнения, эта сенатская параша так работает у всех. Zone C lost. Ой, тише, нахуй, иди, чел. Чел. Челик, отстань. Они опять сейчас резаться начали, да? О, я косов! Как так, блин? Вот я поспешил, хуйню взял. Поспешил и сделал херню. Плохо вот это как-то игру. Three minutes. You're evenly matched. Zone C lost. Zone A captured. You have advantage. Братан, ты его не убил? Дёрганый какой-то челик. Какой-то он дёрганый, блять. Ну, в смысле, зачем... Зачем-то приседает так часто. Another. Keep this up and the battle is yours. Типа. Что это было? Что это было? Вы видели эти анимации? Воу, что это за говно, ладно. Кстати, загуглил этот вакцин, да, это полная параша, так играть. Здорово, сатан. Не, ну на консоли, ладно, типа, окей, я понимаю, есть люди, которые вообще, ну, геймпаду привыкнуть не могут. Ну, типа того. А так да. Ебать, там флексили челики, пиздец, блядь, хер попадешь. Блин, ну я так много умирал в этой катке, пиздец, много очень. Раздох. Борис, хер попадешь. Ну реально, вы видели там, как они флексили? Один туда, другой сюда, третий, блин. Хер пойми, блядь, и куда стрелять? Это то же самое, знаете, бывает, типа, челик бьет мелихой и начинает дергаться.
И он пропадает, как бы, он появляется в одной точке, потом появляется в другой, да, где-то в расстоянии метра. И вот куда стрелять в этот момент? Типа посередине, что ли? Где он находится? Возле челика, когда бьет Мелиха, или обратно? Вот их когда туда-сюда вот об это откидывает. С какого-то города? Я с Новокузнецка. Кемеровская область. Борис, хрен просышь. Даже раз слышишь, вот гейм. Свайт шоу гейм. Здорово, дружище. Да, у меня интернет говно. Был бы хороший, было бы супер вообще, конечно. Точнее, сам по себе интернет хороший у меня, типа скорость 800 мегабит. Но пинг и вот это вот все как бы очень плохое. Вот. К сожалению. И с этим ничего не поделать. Тоже. Да, у нас у всех говно в Сибири. Ну, слушай, допустим, в какой-нибудь, может, Новосибирске или еще где-нибудь, там есть провайдеры, типа какого-нибудь Дом.ру, например, да, большие магистральные вроде, тоже провайдеры. А я, насколько слышал, Дом.ру, типа, это, ну, очень хороший провайдер. А у меня, например, есть из Ростелеком и ТТК, и все. Транстелеком или какой он, ТТК оперируется, не помню. И все, и больше нет ни хера. Ближайшие сервера в Европе. Да, нам надо играть в Escape from Tarkov, там в Красноярске сервера. У нас там тупо пинг 10 или 15 до Красноярска. Вообще кайф, блядь. В Escape from Tarkov там сервера прям. Ты такая, тоже Дом.ру. Да, не знал. Но у меня в доме нельзя его подцепить, к сожалению. Вот. Короче, в Escape from Tarkov все зашибись, я проверял. Там реально по красоте. Тупо пинг там. Я такой пинг ни разу в жизни не видел. 17, чтобы было. Или 20, там что-то такое. Но, правда, там сервер... Дом.ру давно сажал ТТК. Ну, я не в курсе, это чел. О, двоих одной пулькой. Извините. Радуюсь, всякая хуйня. Валик, что ли? Дабл уран. Ой-ой-ой, не, тут я не выживу, мне надо убегать. Там много сейчас будет. Zone B captured. Zone advantage is yours. Double down. I envy your strength, Mike. Нет, я косой. Бля, попал, было бы красиво. Меньше сотки пинг не был ни в одной игре ни разу за 15 лет. Не, у меня 90. У меня меньше сотки был. У меня 90 до Европы показывает. Вообще, ну. И азиатов много кидает. У меня потеря пакетов до Азии, типа, ебейшая. О, почти убил меня. Мелиха, пожалуйста. Ну, усюк не зарягал. Мелиху первый. Ну, то есть, постараюсь пояснить. Рассказывай, коль знаешь. Не, окей, пинг хуй с ним. Я играю в игры, где есть выделенные сервера. И, ну, пинг, блядь, так сильно не чувствуется, да, у меня? Ну, типа... Так сильно не чувствуется, что пиздец, когда есть выделенные сервера, да? Чувствуется, что с задержкой, но не так критично. А вот именно потеря пакетов в этой игре, что ты стреляешь, и у тебя не регается, это ж тупо потеря пакетов, это даже не пинг, по-моему, блядь, да? Вот она просто, ну, каких-то сумасшедших размеров. Блядь, умру сейчас. О, азиаты всякие, ладно. Че, чел будет выходить, нет? Он тут же был. Не попал. Ой. Вот дом сажал, такое качество передателя не изменит, так как они купили, так и осталось по факту старой линии. А вот Дом.ру, который от Дом.ру, это да, очень плохой интернет, сам Дом.ру пользую. А, ну вот. Но я не... У меня просто дружище в Красноярске был, да?
И у него тоже были проблемы с интернетом. Он сидел на Ростелекоме, по-моему, у него не было варианта. Но он мне сказал, что провел Дом.ру и стало у него вообще все по красоте. Вот, но у меня, к сожалению... того не убил, да? Zone B captured. You have zone advantage. You're dominating the field. Don't let up. Здорово, братан. Его спас мой щит, что ли? О, щит. Куда он тут, колония? I envy your strength, Titan. Я титанчик ту-ду-ду-ду-ду. Так пиздец. Тупо мили-бом-мили-хуили, блядь. О боже. Бо. Zone C lost. Zone A captured. Zone advantage is yours. Ай, бля. Сам виноват, зафакапил, надо было чуть дольше. Лучше прицелиться, я бы его убил. Типа, не надо было сразу стрелять. На шару. Вот так вот, хоп. У них хэдшот. Блин, дядя. Титанчик. О, ладно. Титанчик ту-ду-ду-ду-ду. Пф, я косой, блядь. Да я же знал, что он тут выйдет. По звуку слышно было, блядь. I've seen enough. I'm calling this one. Ксенофаг, сложный квест, пацаны? Да, пацаны. И каталик для ксенофага сложно получать? Скажите, пожалуйста, кто знает. Ксенофаг, ну, типа полный квест, его долго делать? И каталик. А каталист где получить? Получить, получать. Каталика не существует? Да? Ой, ха, лол. Просто тут заказ, типа, каталик еще надо для него написали. Прикольно. Ой, я в плюс сыграл даже. Клево. Так, надо этот матчмейкинг поменять. Тут там азиатов каких-то закинуло. Не особо интересно. На ксенофаг. Да, походу. Полный квест. За час-полтора фулл квест? Нихуя себе. Да ты чё, так быстро? Ну блин, тут... А, всё, хуй. Понимаю. Всё, его уже нет. Помянем ксенофаг. Помянем. Исчез. Да, блин, там не написано было, ну, на какую. На ПК он или на что вообще там. Так что помянем. Вас еще как дела, ребята?
control. Show your enemy this place belongs to you. Так, сейчас опять всех ребятушки. Тут шевелёшь пошёл. Шевелёшь. Zone A captured. Enemy claimed zone C. Enemy claimed zone B. Так, там что-то сладенькое нарисовывается, бля. Я там челик с забафанным автоматом разъебываю. Ой, задержала пацана. Zone A lost. It's a power play. Get those zones back. Zone C captured. Your opponents have built a lead. Destroy it! Zone A captured. Zone advantage is yours. Бля. Секундочку. Сорян, чуваки. Вот по работе маленько. Отвлечен. Давай, братан, ну убей ты его, хули ты сышь-то синий. О, боже. О, боже. Синячок, боровичок. Zone A lost. Это чья ульта-то? Наша, что ли? Понимаю. Помимо чего, с которого будет требовать катализатор. Ну, да. Не, я не знаю, там просто так написано было. Ну, походу, просто челик, который покупает, он сам не в курсе. Ну, просто ему нужен был... Было нужно оружие, типа, и... все, что с ним связано, судя по всему. Ладно, полетим. Да, что там? Подвоют, походу, да. Ой-ой-ой, чел. Так, блядь, убить же недолго. Ну, лагает, да, этот хер. Пингует, дергается. Как еще сказать?
Only 5 minutes left. Zone C lost. Ой, этот чел улетел. Блять, он меня жопой что ли убил? Это что было, господи? Бля, эта игра просто... Ну лага начали, камон. Запал. Бля. Don't see captured. You have advantage. Да как ты меня нарудять? Обидно. А долго апать лайт с 990? Ой, опять этот хер. Бля, как он лагает этот уебан, бля, бесит. Дёргается, летает, блядь, изъёбнешься. Ой, косая. Ой, он больше раз умер, блядь. ХЗ смотреть, поменяем сейчас, смотри, зеленый дубина кое. Блин. О, ладно. О, ошибка. О, но не умер, вот да ёбнешься, сколько можно? За дня 4-5 качнул, не упарываясь. Да, нормально, это прикольно. Это клёво. Лол, где-то чел. О, добежал. Да-да, братан. Научи играть. Нет! Ты что это, блядь, близко было? Тише. О, найс. Многоходовочка. Так и думал, что он подпрыгнет. Господи.
Мы дефитим, what the fuck. Блин, я плохо отыграл эту игру. Ты игре. You've got to hold those zones. Maybe next time, Guardian. Хотя я даже более-менее отыграл, учитывая, что я стелф почти всю катку. Пойдет. Пойдет. А если Абус остался с откровением, то вроде как за денёк-два можно. Да ты чё? Там выше лайта шмотки падают, да? Просто, ну, не знаю. Не знаю. Же. Так, о, ну у меня на моем аккаунте 10.46 лайта уже. В принципе, чё, я вообще не спеша тоже апался. Сейчас приду. Олег, здорово. Control. Move in and take those zones. They are your life. Zone C captured. Так, сейчас. Enemy claimed zone B. Enemy claimed zone A. О боже. Опять этот чел с читами. Чё, как оно? Да хорошо всё. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. Zone A captured. Zone advantage is yours. Ой-ой-ой. Don't see lost. Обстановка по кайфу. Да иди ты в жопу, дурацкая. Пульсуя. Это дурацкая пульсуя. А не читер. Не читер. Просто тогда прерываем его, походу. Что-то мне... У меня не для этой карты лада, вот. Если честно. Блин, а мне пульсаж должна вроде быть какая-то. This is wonderful. Гуор, привет. Косое. You have advantage. А может и читер? Знает. Он прямо все пульки у него поп... Все пулечки попадают. То есть, ну, неважно в тело, в голову, просто все прям попадает. Это вот подозрительно.
Your opponents have built a lead. Destroy it. Zone C lost. Your enemy has a power play. Ну, блядь. Zone A captured. Там ульта. Всю ночь сидел, лайпался, потому что взял с двух ночи до 8 минут. Соло, что ли? Блин, а в PvP сильно? Блять, я косой. Ну как так мимо-то? Ты ну бас. По фрикевой, бля. Ты ну бас. Zone C captured. Zone advantage is yours. Zone B lost. В соло? Ну в соло он сложный, да. Five minutes. Ай! Косой! Фига тут место есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Я умер. Ну ладно, это убью хотя бы. Судя по счету, ты один против пятерых играешь. Ну, не исключено. Ну, не исключено. Zone A captured. Zone advantage is yours. Zone B lost. Zone A lost. Your enemy has a power play. Three minutes left. You shut the enemy down. Oh yeah, good choice. Ой, запиздили, злодеи.
Так, что? Ну что? Так, а что по счету было? Я в плюс сыграл хоть. Бля, опять так сдох много раз. Ну, я сейчас, походу, на Акич пойду. Походу, пойдем на Ак, пацаны. Ну, заебись. Так, пацаны, судя по всему, я иду на АК. Сейчас будем работать. Вот. Работать будем сейчас. О. Блин, чуваки, как думаете, я много апну лайта, пока буду делать, не знаю, луну, например. Так, секунду, пацаны, сейчас я разберусь. В компете норма пается лайт. Сколько там? Там мало лайта. Там мало лайта. Там косарь лайта, короче, где-то чуть, может, больше. В компете норма пается лайт. Ну, блядь, я не знаю, мне тут сейчас просто... Я в другой конторе сейчас написал там тупо супер сладкий заказ. Надеюсь, мне его дадут. И типа я бы на этот хуйца бы забил вообще. Извините. Вот.
Я бы на этот забил бы хуй, садил бы его очень долго. На-на-на-ни-на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 
Хозяин бас, я в этом налете за 5 часов просидел с 950 до 990, понял. Ну, блин, ты в Солянова, правильно, там на синьке синька падает. Ну и так далее, тому подобное. Синька, синька. Так, и сколько я буду делать луну по времени? Сколько на луну поставить? Луна, луна, цветы, цветы. Сколько? Как думаете? По времени. О, щит. Блядь, там фул, и тут фул. Блять, хоть бы дали сейчас Акич. Блин. С другого сайта, на другом сайте просто супер секси, блять. Все заказы висят сейчас. Долго отвечает, к сожалению. Блин, вот тоже пипец, блядь. То нифига, нифига, то дофига заказов. Ну, в смысле, именно по моей части, что я беру обычно. И типа, блядь, что делать? Что делать? Бля, чел, дай мне заказ, сука. Ну и чего ты ждешь? Блин, успел бы еще поиграть. Ёлки-палки. Бля, что так долго? Так, ладно, погнали пока поиграем на своем аккаунте, а то я чувствую, блять, он там уснул уже. Вот сейчас закон подлости, только зайду на свой ак обратно, и чел проснется. Типа, блять, скажет, ну, я здесь.
Ну да, ой, ну да, блядь, точно, как обычно, камон. Только зашел на свой ак... Все, чел сразу тебе пишет все, что нужно, блядь. Тупо классика жанра. Забей. Ладно, хоть написал. Сорян, ребят, сейчас я быстренько сделаю все дела тут. Так, ну все, готово. Погнали. Время. Сколько я буду делать? Раз, два. На всякий случай 3 дня поставлю. На всякий случай 3 дня, да? Чисто. Чисто просто так. Вдруг, блядь, будут параллельно заказы какие-нибудь. На этот можно будет хуйца забить. Потому что он так или иначе долгий будет. Так, а на ком делать-то? Ёбушки, воробушки. На ком делать? Титан. Ой, заебись. Обожаю титанов. По красоте вообще. На-ни-на-на-на. Вот это я так и думал. Сука, я так и думал, что тут будет синька. Ух, блядь. Обожаю. Просто зацените, блядь. Это будет самая веселая горка на свете, по-моему. Нормальный челик, да? Только-только купил игру. Игра понравилась, решил заказать. Как бы красавец. Молоток. Ну, блядь, тут единственное, что я въебусь, это... О, бля! Ля! Я думал, что я с вот этим вот въебусь, понимаете? А тут-то, оказывается, все по красоте сделано. Бля, это изи, все, погнали, изи-пизи, зашибись. А. So what now? Блять, чё он до меня доебался? И что теперь?
Бля, он там проснется, челик, или чё? Так, аккаунт, компьютер. Бля, подарок судьбы просто. Обожаю, когда у челиков, бля, этот квест выполнил. Просто, тупо сделать уму и всё. Но, правда, она, походу, с нуля. Это луна. Possibility. Так, так. Я надеюсь, что мне с другого сайта сейчас ответят. Потому что там супер охуительный заказ сейчас висит. Просто лучше не придумать. И можно вообще хуй на этот заказ навалить. Ну как вот так чуть-чуть делать параллельно. Делать его под чуть-чуть. Так, секунду, мне сейчас отдадут и второе. Да, ну, классика, ебать. Классика. И... Нихуя у меня нет. Так, ну, бля, пацаны, меня попросили стрим вырубить. Ой, блядь, меня попросили стрим. Короче, контора мой стрим тоже смотрит, судя по всему, понимаете? Другая контора. Это печально, короче, за нами следят, бля. Так, секундочку. 10 каток надо просто, да? Что у нас? Ого, богато, дорого-богато. Коллекция. Вот, вот самое главное, что есть. И... Титан. Блин, вообще красиво. Все, что нужно для счастья. Так. Бля, красиво, пацаны. Ребята, сорян, о том, что там много побед, что ли, надо. Сорян, ребята, я отрубаю трансляцию, потому что другая контора не хочет, чтобы я стримил. Все. Чао, пока.